Далеко не все горожане рады этим проверкам, тем более если есть что скрывать. В таких, как выражаются специалисты, проблемных домах, некоторые соседи вместо печного отопления пользуются электрообогревателями, не имея при этом индивидуального прибора учета. А космические счета за ОДН приходят абсолютно всем жителям дома. И в очередной раз возник вопрос, кто же все-таки должен обязать нерадивых потребителей электроэнергии установить счетчики в квартирах. Принудительную установку счетчиков необходимо осуществлять сетевым организациям, в частности УЛАН-УДЭНЕРГО. Всю информацию о необходимости установки счетчиков по тем домам, которые мы сейчас отсмотрели, мы передадим в УЛАН-УДЭНЕРГО и в Управление Федеральной антимонопольной службы в случае отказа данной сетевой организации устанавливать принудительную установку счетчиков. С этим категорически не согласился представитель УЛАН-УДЭНЕРГО. На это, по его словам, есть веские аргументы. В федеральном законе 261 об энергоресурсосбережении и повышении энергоэффективности есть статья 13, пункт 9, где прежде всего написано, что должны осуществлять это ресурсоснабжающие организации. То есть это гарантирующий поставщик ЧТА «Энергосбыт», а потом только сетевые. Несмотря на разногласия, представители жилинспекции и УЛАН-УДЭНЕРГО сошлись лишь в одном. Сами люди должны активно участвовать в жизни своего дома, создавать советы, плотно работать с управляющей компанией и энергетиками. Как это правильно сделать, можно узнать на сайте Республиканской жилищной инспекции. Руслан Батуев, Вячеслав Сердюченко. Новости дня.